Просто покажу, а поэтому микрофон передам. Да, я давайте буду комментировать. Одна из самых высоких, не самая высокая, но одна из самых высоких, 70 сантиметров, Ларина. Она в родном платье. И она немножечко еще разговаривает, но чуть-чуть только. Кукла Алла. Она тоже умеет кое-что делать. Алла не хочуха. Нет. Ей может быть. Да. Нравится. Да. Я, если честно, хотела еще на штуковку. И на что приготовила? Стульчики? Да, стульчик. Стульчик тоже, кстати говоря, он садиковский такой, как удобно. Это кукла Ладушка. Это все советские куклы, правильно? Да, советские. И я как раз хотела показать именно, что они были... Интерактивные, да, давайте так назовем. Ну, еще я покажу тогда, какая тут активность такой была. Не хочет сидеть, не хочет держать сразу круто на ручке. Все, давайте пока его сюда. Вот, мечта, наверное, всех девочек советских, но я таких даже не видела, если честно. Она шарнирная. У нее ручки в локтях, коленочка рвутся. То есть такую, конечно, было бы иметь здорово в детстве. Да? Ванечка, скажу, можно добавлю? Да. Вот у меня, можно руки? У меня была такая кукла. Если честно, я даже не знала, что это редкая кукла. У меня сейчас немножко ёкает в сердце. Она была блондинка у меня, тоже с голубыми глазами. И вот это прям мое детство. Я похожа тоже. Да? Спасибо. Вот это прям, спасибо мне сегодня. Мое детство куколка. Но куклы шарнирные были еще и другие. У меня все нет. Но вот, например, вот эта вот ленинградская куколка. У нее, головка подвижена, да? И она в талии может вертеться. Соответственно, она может принимать, такие все-таки интересные куклы. А вот скажите, то, что они темнокожие, это какая-то мода была или что? По мотивам чего? Насчет моды не знаю, но в принципе делались, да. Вот, ну как, люди разные кожи, то есть были даже, например, вот это вот куклы целлулоидные, более ранние, да, то есть 50-е, 60-е годы примерно, они были тоже темнокожие, были азиаты. У меня таких редкостей не было, конечно, попроще все-таки, но тем не менее. Дорогие друзья, можно к каждому участнику подходить, общаться. Про каждую куклу, мне кажется, могут все рассказать очень много. Если кто-то увидит свою куклу детства, вот в этой коробке, пожалуйста, можете. Да, можно приобрести вот из этой коробочки свою куклу. Так, ну что, мы двигаем.